Меня зовут Максим. Я работаю наладчиком холодного штампового оборудования. По специальности технолог машиностроения. Настраиваю оборудование для производства деталей на линии. С момента, когда я устроился, я проходил обучающий процесс и дальше с повышением поэтапно по разрядам поднимался до, на данный момент, пока 5-го разряда. Надеюсь, что будет и дальнейший рост. В мои обязанности входит установить по техпроцессу поданное сырье в виде рулонов, заправить в оборудование, подстроить оборудование под ширину, под сечение. Дальше это оборудование уже с настройками дозировки шага, подачи подается на пресс. Дальше я монтирую штамповую оснастку на пресс, получается на выходе детали. После этого моей задачей отдать на контроль, получив разрешающую документацию, приступается к автоматической штамповке определенной партии. Вступай в команду «Ростсельмаш». Мы ждем вас. «Ростсельмаш». Агротехника профессионалов.